Она умеет найти подход и к взрослым, и к детям. За 25 лет работы в бассейне «Дельфин» Ольга Шнарева создала несколько авторских программ обучения плаванию, в том числе и детей с ограниченными возможностями здоровья. Даже во время интервью она строго следит за порядком на воде. Подождите секунду. Да. Мама, через боковой бортик спускаемся. Через боковой бортик спускаемся. С 2001 года Ольга Шнарева является председателем Федерации плавания Ленинского муниципального района Московской области. Как педагог, Ольга Владиславовна имеет множество наград. Но главные награды для нее – победы воспитанников. Из маленьких детей они вырастают в больших чемпионов. И когда ты видишь результаты, то на работу ты идешь с радостью. И 25 лет меня затянуло назад это и до сих пор не отпускает. Дочь Ольги, Дарья Шнарева, по сути, все детство провела в бассейне, но начинала спортивную карьеру в гандболе. С 14 лет играла в клубе «Звезда», выступала на соревнованиях различного, в том числе и международного уровня. После 7 лет карьеру в гандболе пришлось прервать. Окончив университет и получив педагогическое образование, Дарья взвесила все «за» и «против» и решила вернуться в родную гавань. После травмы встал вопрос, куда после института она пойдет работать. И у нее выбор пал на «Дельфин». Она выросла здесь, она знает эту работу изнутри. И она захотела быть продолжательницей той работы, которую вела я. Мама подсказывает, помогает, иногда исправляет ошибки. У всех спортсменов есть ошибки и учит. Сегодня их графики сложились так, что они тренируют в соседних бассейнах. Возможно, глядя на свою дочь, Ольга Шнарева вспоминает, как пришла в эти стены молодым специалистом. Уровень преподавания в бассейне «Дельфин» неизменно высочайший. Буквально вчера его воспитанники Евгений Рылов и Иван Гирев на чемпионате России вновь показали лучшие результаты. Воспитывают чемпионов и наши героини. В течение более чем четверти века Ольга Владиславовна вырастила немало талантливых пловцов. А Дарья пока только в начале пути, но ее воспитанники уже делают успехи, выступая на соревнованиях муниципального и регионального уровней. Это и сложный, и интересный труд объяснять. И когда тебя понимают, и исправляют ошибки, и улучшают свое время, это всегда очень хорошо, и тебе прям удовольствие получаешь. От того, что в коллективе центра «Дельфин» трудятся семейные династии, прежде всего выигрывают те, кто приходит сюда заниматься. Ведь знания и опыт накапливаются и передаются из поколения в поколение. Даша, Ольга, это вот эта команда. Знают все о плавании, своих детей настраивают на такой серьезный спорт. Там мама во всем помогает, во всем помогала. И в отборе детей помогала быть правильной. Помогала, наверное, быть доброй по отношению к детям маленьким. Благодаря таким людям создаются и приумножаются традиции центра «Дельфин». Максим Козлов, Константин Брылов, Валерия Раце, Ольга Садовская. Видное ТВ.